сказать, что мой небольшой мотив, когда я вообще придумал, что надо бы делать какие-нибудь выставки, был в том, что еще пару лет назад люди здесь не верили, что делать игры — это, в принципе, настоящая работа, что это что-то кроме такого не очень уважаемого хобби и так далее. У нас были некоторые проблемы с принятием специалистов и вот этим вот всем, и хотелось бы... Захотелось в тот момент пропиарить тему, показать, что да, это настоящая работа, что приходите все. И вот показываем, так сказать, на своем примере, что мы не играем в игры, в игрушки, а делаем игры. Вот.